Приехал на Костровый пруд. Вот он. Здесь вот у нас костер. Когда лагерь стан был, костер был с картошкой печеной. Песнопение о Христе пили. Вон там и лагерь в дальнейшем. Для чего я сюда приехал? Для того, чтобы сделать тут... У нас изгородь сломалась. Чтобы скотина не заходила на дамбу, не рушила ее копытами своими. Потому что они начинают разрывать ее рогами там. Коровы, быки. Вон голуби сидят дикие. Вот они. Что-то тут они сидят. Непонятно почему только. Уселась кобылка, яйца выпаривает. Вот. Вот сейчас вот. Вон они взлетели. Они добра не ждут от человека. Ну как здесь обстановка? Тут видно, что коровы ходят. Здесь разрешено им поить их здесь. Единственный пруд, где разрешено это делать. Пришел я днем, подумал, что не будет комаров. А сейчас только вот приблизился, и он сразу сколько их насело на меня. Хотя уже больше 30 градусов на улице. Вот и как и тут быть. Как тут работать с этой мелочью. Они же не дадут покоя тебе тут. Набрал разного инструмента. Потому что требуется загородить все жердями. На жерди тут были загорожены, но в том году, то есть зимой, вернее, снег выпал, много снега было, и все вот их у нас пообрывало, то есть гвозди повытаскивались. А почему? Потому что не обвязали проволокой алюминиевой. Обычно мы обвязываем, а тут отложили на потом. А потом, как поговорка есть, что временно, то постоянно. Сразу не сделали. И вот так вот началось. Сейчас примерно я покажу, как это все делается. Хотя, может, уже по предыдущим роликам видели. Главное, что столбушки стоят, конечно, наклонены. О, какая интересная птичка. Желтенькая. Все дыще дохвалит Господа. Красавец. Комары уже все облепили со всех сторон. Еще близко вода. Так, ну чтобы показать свою работу, напарника у меня нету. Вон интересно, какие движутся тут существа в воде. Я с собой взял треногу. Сейчас его поставлю подальше, чтобы видно было меня. Здесь вот на твердом основании. Тут вода протекает. Там, видимо, под досками. Так вот. Сейчас я ее установлю. И вкратце покажу свою работу. Так вот. Установил почти что. Эта почва тут неровная везде. Так, вот так приблизительно. Надо же кусали всего.
он свой. Надо было снять, убрать камеру эту.
вот так примерно буду все тут за город делать. То есть под всей длине. Сейчас покажу, как это, насколько она все упала. То есть видно вон ее. Он почти до самого верху. Там вверху так он. Жерди еще. Жерди две. Целые. Даже одна. Да. Две жерди всего, один пролет. А остальные все упали. Ну, вот сейчас восстановлю с Божьей помощью. Ну все. Слава Богу за все. Аллилуйя. Вот сейчас вот я почти заканчиваю с загородкой вот этого кострового пруда Симаковского. Вот он. Красивые тоже птички. Вот. И сейчас иду там в конце одну жердь еще приколочу, все замотаю. Вот здесь вот все сделал, прибил, на проволоку замотал. Вот она. Все, сейчас тут уже коровы сюда не зайдут. Сегодня жаркий, в то же время Господь дает ветерок обдувающий. Ну, как чудно все смотрится. Казалось бы, не леса, ничего тут как толком-то нету. А все равно по-своему красиво. Лага вот эти вот. Вон даже чей-то мяч вижу. Надо будет сходить забрать его. Кто-то из ребятишек, видимо, игрались и забыли. Последний жердь, который лежит у меня наклонно, вот ее надо будет сейчас мне прибить сверху. Снизу я уже сделал немножко, сейчас наверх поднимусь, поставлю свой треножник, чтобы видно было, как я доделываю с Божьей помощью. Так как бы в виде отсчета такого, чем я занимаюсь в течение дня вкратце. Там вот коровки пасутся. Правда, я не видел, кто пасет сегодня. С утра вроде Ирина Устинова пасла. Сейчас не знаю, кто там из них. Вот так вот. У нас тут запасные жерди лежали, и вот я одну из них принес. Thank you.
на проволоку делаю, она сейчас будет лучше держаться. Почти здесь работа закончена с этого края. Сейчас вначале установить там надо. И все. Ну, вот так вот, с Божьей помощью кружусь. Пойду мячик возьму. Чей он, не знаю даже. Слава Богу за все. Аллилуйя. Ну вот, на сегодня закончил тут. На Костровом пруду. Сделал вот такую загородку.
Изначально у нас вон там внизу была загородка, но так как бульдозером здесь землю под, он это нарыл побольше, и коровы начали здесь ходить, вот он видно, что их не следы, то есть прямо туда стали даже заходить, ближе к коробу. И потом я вот такую решил сделать загородку еще одну, вот так вот нагородил. Так вот со стороны воды немножко сделал небольшую жердочку. Здесь тоже вот загородил так вот. Вот так вот с Божьей помощью сегодня эту работу я закончил.